Есть там в рейде, кто кому пофиг, но с руками ты можешь слот уступить. Чисто на одного босса. Словить его было очень трудно. Ну, с пиписьками помериться. Да, мне просто интересно в рейд пойти. Я же персов в гильдию даже завел, а меня в рейд не берут. Так, очень потому хочу в рейд. Что, понимаешь, там Джейми потихоньку сосил тебя, потому что я сам был свидетелем, типа ты не идешь в рейд, ну, сначала, после сурка его хочется. Типа вот так вот я высказался, Саня, плохо. Ну, так мне надоедает его рейдер, его голос, поэтому я его фейс. Типа ты придешь на сурка, ДПС померяешься, блядь, и все, и его потестишь. Так я же каждый раз себе замену находил. Не, ну видишь, он так в руках так высказывался, как он так получил. А, и типа из-за... Да. Блядь, я умер, получается. Слышь, Глебов, не тикай, что я в ФК. Не слышу, Антон, что там говоришь? Ну, блин, я тебя в РК слышу чаще, чем в рейдах, вообще. Ну да, хожу. Ну, видишь, не берут меня. Все, уже. Что, блядь, нихуя не дамажит, просто бичкой бегаешь. Да при чем тут дамаг? Видишь, вот некоторые люди, ну, некоторые гильдии тикают людей, так сказать. Я уже начал договариваться за то, что они якобы плохо играют за свой класс. А вот если хорошо играть за свой класс, то меня в рейд не берут. Тут как быть в такой ситуации? Бля, понимаешь, надо начать плохо играть, да, чтобы в рейды попадать. Я вступил у его тара, блядь, друидом в гильдию King of Azeroth. Я там в этой гильдии пробовал 2 года. Я ни разу не был в рейде, блядь. И меня не кикнули. Я просто онлайн заходил, был там, блядь, куда-то, что-то, блядь, камень сделать, и все, блядь, меня не кикнули в гильдии, понял? У меня в змерке было 5.4, сейчас там дружит, блядь, 6.2, ну, грубо говоря. Всем привет. Здорово. Привет. Ладно, так что там нету желающих, да? Могу успеть, если хочешь. Да и не надо, ладно. Ну ладно. А что ты хотел, слышишь, Саня, померить-то? Да не померить я хотел, а просто... Я же говорю, вчера гильдию персов завел. Ты что хочешь, ну сурка, ты что, ты хочешь шмотку какую-то или не нужно, или что? Да, надо, хочу. Ты встанешь, я тебе рейсом, ты не встаешь. Что-то говоришь потом про АФК. Да, блядь, потому что я это... Потому что ты говоришь РК. Да, именно так. Олег, а завтра будет ульда? Если жмот придет и соберет, то да. По-любому придет ульда для него, это все. Тхорн, объясни свою пользу для рейда. Чем ты полезен? Тем, что ты будешь бить профа, когда надо будет бить слизней. Хорошая польза. Как вчера в Раске. Говорю, не бейте Халёна, ждем 60 и будем добивать. Да я ж вижу, когда ты бьет, когда не бьет. Я знал, что будет 60%, Вань. Да. Как будто первый день играю. Что нет, да. Саня, нет, тут ты, кстати, от Вани эту фразу слушай. Угарно, потому что Ваня часто путает. Ноги реальности, когда я релит, ну уже бывает, у меня такая хуйня. Да, это не в том все дело. Типа я если вижу, что, блядь, 50, я бывает даже, ну, престом точно не бью. Большого бью и все, нахуй. Стоишь, блядь, куришь, что-то, блядь, писи дрочишь, там ВКонтакте кому тебе ответишь. Ой, бей большого. Ага, смотрю по мелкому трэшу 1.5 миллиона. Это главное, чтобы я не умер, а я не умер. Главное, чтобы большого заливали. Трэш сливался. Главное, чтобы большой быстрее всего сливался, потому что он дамажит танка. Понимаешь? Нет. Олег, я тебе так скажу, большой дамажит целку, а, блядь, а маленький не дамажит целку. Так что, мне в ближайшее время можно не приходить на рейды, да? Так нет, Сань, ты чего хочешь, чтобы дамажить или... Да не, я прикатываю. Померишь с ДПСом, потом Alt-F4 прожмешь, когда тебе надоест играть. О, Ромины словечки. Подробнее. Когда это я хоть один раз
оффался, не предупреждая и не находящий замену с роменных рейдов. Ты просто... Слышишь? В РК говоришь, ребята, есть, могу кого-то там не заменить, точнее. Если кому-то нужна замена, можете меня заменить, там я что-то устал уже. Мне пора идти. Пора идти. Идти на кухню пора. Да. В Е-чате, уходя из роменных рейдов, постоянно... Чего? Не было ни разу, чтобы я там охнулся или просто ливнул. А, постоянно замену ты ищешь себе. Только друидов. Ну, могу зайти кем-то другим, не знаю. Ладно, давайте, заходите за линию. Отец, огурец, суррогат. Что-то говорили, что отойдут. Что-то не пришли. Приз табак, дайте, пожалуйста. Ваня, меч, если не надо будет, зайду на этом, на сурке возьму. Ну там надо, короче, КД принимать сейчас и босса бить. Да, бегут, я все равно... Босса бить надо. А, босса бить? Даже сундук? Да, сейчас банят. Да, даже сундук. А, никуда не надо. Так, а чё у нас, блядь, минус 2? Чё за хуйня? Бипов, кто нужен-то? Скажи, пожалуйста. Так, ну ШПР и этот Вар, Фурик. Бля, Фурик у меня чмошный, но могу зайти ШПР, наверное. Могу чмошным Фуриком там, блядь, 6, может. Может, я локом зайду, а кто-то в Эрдру спекнется? Могу зайти локом, кстати, слышишь? Демон, афлик, там, хуяхлик, пища, дрочек. Ну, подожди. Что-то мутит там, хуйня, да? У меня одного этот пинг высокий или что? Варялок, веб-сайт. У вас ни одного курика нет? Один есть. Я пока это слышь, бибок, не кири, не, я бог приловлю, конечно, почищу, что-то мне, блядь, виснет вся хуйня. Давай. Давай. По сути, вам нужен, ну, нормальный ДД, да? Да, нам просто кто нужен нормальный фиксикатор или для пиздина. Может, да. Курик желательно. Че, я не так я расходу, что ли? Пришло время Рахима, но он не зайдет. Причем? Да почему? Я могу позвать его ВКонтакте, слышишь? И суррогат, заходи на Африка. Три шипа есть. Ладно, пока там думаете, пойду там пирога отрежу. Кто отрежу? Пирог. Иду. Что он придет сделать? Отрежет что-то себе, да? Да кто там апгрейдер? Это я. Простите, никто. Ты знаешь тактики в целках, господин Гер? Конечно.
Мне кажется, он нас наебал. Ну я 6200, ЦЛК 25 Гер знаю. Если что не знаю, я спрашиваю обычно. И Кралька что-то пытается говорить в РК как бы. Вообще не доверяю людям, у которых в РК красное сердечко. А, это, короче, этот старый РК профукался, я пытался установить. Да, да, короче... да, конечно. Рассказывай. Да, да, я верю тебе. Ладно, ладно. Слышь, кстати, Олег, этот, на вахте был, видео смотрел, в Украине сорвали, короче. Катишко. Что Украина? Ракшас, ты тут? Да я думаю, ничего, никому не интересно, что там в Украине. Это в гильдии Украины или в Украине? Какая разница? Подожди, МакГрегор, не принимай. Симон. Понедельник пойдешь, если, конечно, ты будешь онлайн. Хорошо. Там человек пришел с АФК. Так, как раз восстанавливаю свой РК старый. За что меня замутили, ребят? Сейчас Рабон ему пишет. А, МакГрегор в инсте. Все, уже не в инсте. МакГрегор там пизды получает сейчас, походу. Все, давайте бафы. Бафы распределим. Что, Олег, мы в три совы пойдем, да? Да, пойдем в три совы. Может, я зайду в другой салон, я просто, блядь, с обычки токи не могу с нормы забрать. У меня там 6к сала. Где шмотки на агрегии обычно? Все, уже поздно, надо было раньше об этом говорить. Блядь, пиздец. Сангвини, раздавай. Что ты раздавал, Сангвини? Вагей, что ты раздавал? Ну, Айрак, наверное, каски раздавал, да? Отлично. Чек на фул тогда. Лапу дайте. Дали лапу. Кулак еще магом дай. Сангвине. Все, макрос на пол. Сзади шип на хенте, РДД. Слить шип на хенте, сзади. Минск, Сандара, мой диплом. Бейте шип. Так через 2 минуты сам падает. Нет. Не бейте шип на Минске, пускай стоит и дамажит. Короче, сейчас будет вихрь танки. БДК, протопал. Влево-вправо. Рейд. Спасибо, блядь. Кружок встали. Давай, Сакру, погиб. Ой, Вера, пошли. Бейте шипы сейчас. Шип на хилах. Шип на хилах. Сливайте быстрее. Дедмайн, давай гимн на хил. Там на всякий. Стойте в кружке. Давайте шипы сливаем, все шипы в центр. Отошли от ребра. Свой его зовут.
трясти сзади далеко. Я не спекайся в танк. Поможешь потанчить трэш. Я ебать, лут топовый, топовый лут, просто изи. Пояс РДДшный. Сандара, Вин. Ринтроль 10%. Идем дальше. Так. Олег, кинь наручи там, ой, руки найти. Хорошо, кину. Кинешь мне трейд, отдам тебе наручи. Там, я не знаю, его так что собирать. Танк упал. Хинти протопало. Бардаки? Так, отец Варец, почему ты не дамажишь трэш? Не предупреждал, что это идешь. Лови ГП. Хорошо, настроишь шадон. Буду крат. Настроишь шадон, ГП с ним угорит. Так, два БДК слева будут, танчить трэш на первой фазе, протопал справа. Первый импул на Данилу, второй на Яне. Смотрите по стакам. Данилу выбирает 4 стака под носом. Напуливайте на Яну. А третья шмотка с рыба что упала? Мусор упал. Принтроль. Перчатки, так. Блинтроль и пояс. Так, смотрите, паладина из пула, сливаем капли. Совы с пула звездопада и юзаем. Все ДК юзаем антимагию. Антимагический щит. Что там еще? Давайте по контролю. Можно темный пак снять, слышь, Олег? Три метки будет. Контроль от босса. Давай сейчас надо вспомнить. Трусы. Что там еще? Я уже забыл, да, наверное. Трусы, квадрат и месяц. Хорошо. Коровку. Контроль, квадрат. Мизантроп, контроль, трусы. А прицел, контроль, луна. Теперь. На первой фазе Оптимус Кокосина слева стоите возле трэша. Кидаете эфир на законтроле. Дедмайн справа. Кидайте эфир. На второй фазе все под боссом становитесь. Я про ШП сейчас говорю. Кидайте эфир по КД, когда будет контроль. Будете это делать, никто не будет умирать. Кстати, у кого-то есть ДЦ спек? О, на хилазах, это не жалко. Да, ну попробуем так. Я слышал, у Амрикса есть ДЦП спек. Кокосин? Ну давай спекайся в ДЦ по-быстренькому. Кушайте рыбу. Нет души, СС на Клаймен, Ракшас, СС на Листалка. Я уже с ТРЦ дал. Зря. Зачем мне вставалка? У меня вставалка есть. Ладно. Алина, конечно, спасибо за вставалку, но, блядь, я сегодня не в топовом советах, что у тебя не встал. Рож. Ладно, бьем так. Звездопады все обновили, капли слили, бейте трэш. С первого трая ГП. Бать в трэш. Сейчас как раз время убийства трэша будет контроль. Помогай мне дисплей поднять. Лайкен топ, поднимай мизантропа. Мизантроп ты, конечно, немного глупенький. Вставай, мизантроп.
Никогда не бей больше моба со щитом, он отражает урон, поэтому ты умер. Понимаешь? Я знаю. Какая глупость, это сейчас скажу. Помогайте еще диспелить леди. Давайте, опять вышел трэш. Играем в трэш. Сейчас во время убийства трэша будет контроль. Да? Присты, стойте возле меликов. Теряйте, покидаем. Сейчас будет контроль, 5 секунд. Служи вышли, расконтролили людей. Давайте, быстрее, вихри кинули. Так, на полное Дэнни Йорла. Диспелим леди. Магию подиспельте. Ладно, стопайте по леди. Нажали эскейп, ждите трэш. Все в трэш. 600 кау леди, 500, 300, все в трэш. Не бейте леди. Пэта подзовите. Кажу, что значит хорда нету. Он хан такой стреляет. Давайте на пол на Дэнни Гёрла. Сейчас будет расконтроливание людей. Контрольте, присты, контрольте, эфир. Два хила в контроле. Выводи в службу босса, играйте все в трэш. Когда появляются духи, ты постоянно ведешь леди. Милики, бейте трэш, там щиты, блядь. Играйте в трэш. Справа трэш стоит недобитый. Там щиты, блядь. Милики в трэш сыграли, сейчас будет опять контроль. Вышли духи, веди леди. Вышли духи, веди леди. Давай, на полный Виане, даем ровно. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить. Так, я в контроле. Ретрик в контроле. Контрольте людей. Ведите дальше леди, духи, пошли на рейд. Виане, там набиваешь игру? Давайте на полной Виаме, у Дэнни Гёрла 5 ставок. Виаме, ты там... Так, Виаме с властью, да, не знаю. Отбегайте от духов, сейчас будет контроль. Встань, эти ману залили. Расконтрольте людей. Три свы контрольте. Давайте, все в трэш сыграли, трэш вышел, надо трэш добить. Дайте бафу по Андрексу. Опять духи, Виаме, веди, веди леди. Серсея, есть рост? Ну, КД 10 секунд еще. Веди леди, дух, дух не зоне, веди леди. На полный Дэнни Гёрла. Дэнни Гёрла набивай игру. Давайте, расконтрольте людей. О, отлично. Трусы, маг, лок, прист, контролем. Контроль сейчас. Расконтрольте эрдру ДК. Диспельте леди. Да, что Виаме не очень надевает агро. Так бы не было трех трупов. Ну да, в следующий раз просто не буду брать тебя за танк или на леди. Кто первый на осколке? Чем могу быть полезен? Надеюсь, ты не с дурными вестями. Слышишь, да, Олег, Луксал, ты влазь, сейчас был бобрик. Масса стоит. Да, видел. Наручи, РДДшный.
ботинки. На фуры. РДК. На пол. Танки надо кому-то на пол. Благодарю духов, что они послали нам вас. Смиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы постучите, вы еще сможете его нагнать. Ну, ты тут? Где бедришь? Слышишь, Олег, я тебе сколько годков? Много. Да, блядь, заебал. 20, как мне, блин, ладно? Может, постарше, на год младше, да? Наверное. Чё, тебя в армейку не призвали? С 10% надо тебе эти ботинки. О, кстати, за что вы кикнули ДК, против которого я всегда был против? Кто это вообще? Блять, ДК, которого, блядь, я толчатом с ним ходил, меня подбирал, его взяли в гильдию, я говорил. Но всем же похуй, что прицел базарит, как бы он. Да, будем в следующий раз прислушиваться. Да, блядь, Олег, это не первый случай, когда я говорю вот про людей, которых... Я же с толчатом часто хожу, я вижу, кто что из себя представляет. Слушай, зачем ты мне говоришь, если я не брал этого человека, я даже не знаю, кто... Блядь, кикать из гильдии можешь только ты. Андрюша, нам даже сейчас похуй, что ты говоришь. Заходите, давайте на корабль, распределяйте пушки. Дай мне кикать людей из гильдии, все, я не буду никого брать, не буду, то буду только кикать людей, которые не достали. Дайте вы, короче, права, у нас сразу 900 человек, 400 делать, чтобы ПВП можно было легче сбрасывать. А что, нормальная идея? Не, а вот, кстати, за что кикнул, Олег, поясни, пока корабли летят. Вещи плохие пишет. Например, ну блядь, где пишет? Там я на сайте. А что он Войду написал? Что это там? Да, он написал Войду, что он нехороший человек. Блять, Войд нехороший человек, это мне кажется. Сайте кто-то в пушку справа. Справа одна пушка. Не занятая. Ебать, ну я тебе звонок мощный. Да, зайди-то там минут 5. Вот, ты тут, Славик, пока Бибоп отошел. Славян. КГП ему накиньте за пока. Славян, что случилось? Что Никитос сейчас тебе такое сказал, что его в гильдии кикнули? Я скинул, блядь, трек ВКонтакте группу, тогда меня кикнули, а тут ты что-то только мог сказать, что в гильдии кикнули. То есть ты встречаешься с Бибопом, получается, не? Он сказал, что у него уже есть парень. Блять, сука, я не успел развернуть пушку, сука! Вой, пипец, блядь, отвечаю нахуй. Пока тебе кнопку жал. Так ты пока я кнопку жал, ебать, развернуть у них, я быстрее могу убивать их. А я же бафал инту. Не, маны, кстати, нет вообще. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Виталик, ты тёлки так же потом доказываешь? Я же бафал инту, типа, да, нет? И чё, мут опять ебали, ничего мне никто не слышит? Алло, нет. Алло. А нет, слышат, просто не смеются. Я даже не знаю, что просто отвечать. Я в ахуе просто. Андрей, как? Времени? Оружейники, огонь! Оружейники, огонь!
Блин, скажите Олегу, что я отошла на 2 минуты, а то у меня там капец дома. Кто это? Вы танка хилить будете на нашем корабле? А чё, его свои бьют? Да. Вот взбунтовался. Ты слышал, как Войт всю норму, блядь, молчал? Ну, еле шипы перехиливал просто, блядь, ну, поклон, блядь. Короче, Войт, слышал, у вас много снимите на самом деле, но знаешь, в чём у вас разница? Что вы ещё раз сказал, я просто... У тебя очень общего дохуя снимите. Понял, да? Рэпер такой, блядь. Тимати, чё, не смотрел фильм «Жара», что ли, блядь? По Первому каналу. Давно-давно. По Первому каналу, блядь. Ну знаешь, что вас это различает? Что тебя никто не знает. Не знаешь, кто такой Тимати? Так, плащ кому-то надо? На ретрика, на мейн. Олег, а ты знаешь, кто такой Тимати? Нет. Ебать, у вас в Украине вообще, что ли, телевизор отключал? Так у нас их нет, у нас москали все телеки покрали, короче. А YouTube у вас есть, нет? Нет, там долбаная Америка в Ютубе. Смотрели этот батл Драга, блядь, ВС, блядь, Димас Санетом или кто там, блядь? Ой, без мувиков. Удалил свои мультики, пидорас, пиздец, поставил пацанов. Бахните лапу. Понимаешь, когда прицел кидает, у него макрос был на Войда, ссылку ебать, на РС-ку ебать. Все говорят, а там не заходит. Я говорю, в смысле не заходит? Захожу, он канал удалил. Пиздец, блядь. Человек ты или кто, блядь, твой? Человек. Он мне даже газу за это не давал. Листал, у тебя есть сова? Или на этот клайман? Да, есть. Есть у меня сова. Ты не успеешь уже спекнуться, ты проебался на мне. Надо было быстрее думать. У меня есть лог, которым я хотел пойти. Я просто хотел пойти, видишь, у меня получилось. Если вайпнемся, то лучше бы ты бил. А Войт, ты с каких пор дорогой считаешь? Вот Дрэксайт не, может не бить, слышишь? Хотя он может бить. Главное, чтоб на самом деле. Тут даже тайфуна нету. Чё за, блядь, белки ебучки. Давайте, опять трэш. Трусы идут на рейд. Бля. Не смысл прожимай дубовую кожу. Последний трэш надо слить. Мирак, давай, Сакура.
Все, я не собрал шлем. Спасибо. Пожалуйста. Плащ на эрдру, на хипреста, на мейн, на оф. На оф, и если что, киби, у меня тут макросы нет, давай киберу. Блять, как пишется-то? Лайман, а ты на кого ролишь, на мейн? Да. Надо быстрее ролить. Он, слышите, квест на чем отдельно дебум делать, нет? А что, вы не делали когда-то? Ну, блядь, бывало не делали, когда, блядь, вайпали на плот. И сейчас вы сдаете доп року. Понял, да? Такая. Дэнни, давай, веди уже одного хотя бы педика. Бегите все к порталу, чтоб не сагрить вторую сучку. Я, конечно, не против двух сучек, но, блядь, они слишком жесткие. Как в трёх иксах, да? В трёх иксах? В какой части, Славик? Ну, первая, конечно. Бля, ебать, что это вспомнил, но в стрельбе прям на хвилу. Вообще, ебейший фильм. Давай быстрее, надо слить, там вторая уже идет. Давайте. Ебать, о, кто-то ставил вторую вальку, блядь. Вольт красава, ебашь меня быстрее. Окей, гоу. Мизантроп, я придумал рифму, на тебе не нравится, что у тебя бомбить на мой словесный понос, но у тебя в желудке цирроз, понял, да? О, пошли дальше. Мизантроп, ты тут? Да, я тут, я. Ты забыл, мы налево идем, а не в центре стоим, братишка. Добро, он просто привык, что девочки налево, мальчики направо. Думает, что это как-то. Лайма, где ты? Лайма, ты тут? Меня так, блин, наверное, не задолбает каждому кидать какой-то на ПК. Давайте лучше вы ваш ГП прицел захуел. Ребят, давайте не будьте, говорите в РК, пока трэш подъем хотя бы, блядь. Что, блядь, как-то скучно идем, пиздец. Ну давай, говори, что-то не надо знать, но все равно. А вот так вот, короче, слышали, я не знаю, кто меня замутил, когда я говорил на рейде. Короче, я пока на лавке был, мне там вообще делать нехуй. Где там, же, короче... я мутил, не знаешь. А, ты видел, ты мутил, да? Типа, короче, а видео смотрел. Там, короче, эти, блядь, нестандартные эти отношения, да? Я не знаю, как у вас, как у нас с ним относятся к этому гомосекам плохо. И, короче, они свадьбу решили замутить. У нас-то не разрешены свадьбы гомосеков, лесбиянок, то есть. Где живешь? В России. А, подожди, не Агрин, не души, поставь шкаф, пожалуйста. С уманем ДК или Ракшас. Кто-нибудь поставьте шкаф. Тыкните на шкаф. А ты где, Ваня, живешь? Ты в Украине, не знал, почему. Разрешены, я не знал. В Ютубе оно в этих видео было в топах, поэтому на него люди случайно. Там ты, прям... может, ты перепутал с Верховной Радой? Тебя. С Верховной Радой у нас такое часто. Там одни гомосеки дерутся. Нет, там типа эти хотели, походу, расписаться. И эти им сорвали свадьбу, типа. Там его с ментами, короче, ну, с полицаями сцепились. Там ломали, не ломали, кого-то задержали. Не спорьте, пожалуйста, с людьми, ребят, алё. Ну хуй знает, у вас тоже это сейчас эта ситуация. Как вот как у нас по телеку показывают, у вас типа этот ССО опять вылез, короче, типа, блядь, он в страну въехал, да? Потом задержали, его отбили у этих
ментов, ну или как они у вас называются. А было у вас такое, нет? Ну типа Сосо арестовали, да, за преступление. Его эти свои отбили на Майдане, грубо говоря. У нас не Сосо, у нас Михо. Тоже ну, такой конченый. Пашвешвили или как его там, да? Да не, это грузинский бывший. Ну, Пашвешвили или как его, блядь? Не-не-не, блин, были дела головы. Ну вот, Пашвешвили. А Саакашвили. Ну, блядь, я тебе как говорю. Марк, назад все отошли. Пашвешвили сказал. Вторую сайрите. Назад отошли. Так это он и есть, Пашвешвили, Пашвешвили. Ну, этот петр. Нажимаю и имел. Я считал, Сосо. Так и Сосо, он есть Сосо, блядь. На этом видел, короче, видео в интернете, как наш министр ЖКХ тарелки облизывает. А ты, кстати, тоже это видел, вообще... на мужичак там подписан, нет? Типа у вас вот в Украине бывает движок. Да-да-да. О, вообще красава. Там такие, блядь, вот меня вот посоветовали вот полтора года назад, там такие, блядь, нормальные истории бывают. Ну что, в СМИ не попадает, и в принципе и это вы новости тоже, да, захватывают. Ну и такие, которые куда не попадают, и, блядь, очень интересно на самом деле. И, короче, вот, типа, инвалидам этим устроили праздник, вот у вас в Украине, да? И им стол накрыли такой, а, блядь, себе накрыли стол, пиздец, там эти сагрились, педики. Там что-то на крестнуло, как понял, и все. Типа чиновникам, короче, охуенный там стол с сальмарами всякими, накрыли там с всякой жратвой офигенной, а другим дали просто по зефиру. Да. Давай, не без консоль, да. Нормально. Блин, у тебя стоп, так и не забирай. Пошел уже я в дверь. Ты шаришь, однако, красавчик. Чуморов ты пляешь. Антоха тоже подписан, да, на ней? Да. Так, давайте так. Три совы, три ШП, Афлик, Хант и протопал Рейдж. Чего это не надо? Где это? Кто это, блядь, этот же? Если тебя мышка тупит, то как ты играешь? Это, а чё, мышка нужна, чтобы играть? Нет, я не тебе. Как Джерин, наверное. Ладно, все равно встановись на рейндж, посмотрю, что выйдет с этого. Бля, это кто сыграл, я? Вышли все на рейндж, блять, РДД, который скиллованный. Ходите все на рейндж. Кому сказал, ходите все на рейндж, все в комнате. Беги, малышка, беги! Кош. МД, Серсея, поставь тотем на силу природы. Менск, давай тоже на рейндж. У нас минус ретрик еще. Сангвини, давай бабу сейчас будет. Сова, отбегай, мизантроп. Бабл есть, сейчас должен на последней секунде откатиться. О, хорошо. Лужа появляется, смотрите. Сова, Минск. Дайте Бизарам Минск, пожалуйста. Перебегаем. Ред перебегает, БДК смещается на наше место. После не вертится потом. Коровку сбеги. Раньше наберите, там 2 ШП и сова стоит, вы будете блевать все вместе. Дайте фридом по локу. Портал, да? Так он тоже под нужен, блять.
Изи просто. Первый раз или недавно играешь? Перебежали за спину. Тут, кстати, добавим вообще тач для РДВ. Так, лужа под Сандар и Мизантропом. Сука. Сейчас будет большой слизи, 5 секунд. Лужа, коровкус. Дистанцию набрали, сейчас будет блевота. Перебежали за спину. Пишите меня, пожалуйста. Так, тот Сандара, выходи на рейндж. Сейчас будет большой слизень в мини-зоне. Он уже этот снизолет, я его скайпил. Убирайте бот. Бля. Не сводите большого в центр, ё-моё. Забери обратно на себя. Ну, 4 стака. Убирайте бот. Ничего страшного. Ай, пошли, как вообще. Ща, краль, колесенька. Колье на танка на мейн. На офф. Да я поэт! Потрясающе! Даня, ты будешь протоваром танчить? Да. Блин, я сейчас... Красав. И половину накину. Сейчас скину нормально, 10%. Травма на мэй надо кому-то? Тебе нужно на мэй? Кому? Тебе. Нет. Я б новых взял, у него этот Юлотар Друидя собирает эрдру. На что на эрдру, да? Да. Давай, на урон. Так, сейчас. Юлотар будет рад. Помнишь, что так это? Он же не играет, как мы должны сидеть. Не, он тут шутил, я на вахте сижу, он мне пишет, ну типа, блядь, чё вместо этого ретрика, вместо протика или вместо холика, вполне решил этого ретрика сделать. Он заходит иногда так. Кому каску надо в чат пишите. Давайте на рейндж. Друидам каску дай. МП5 и перестабов. Блин, я только одно умею. Ну, я МП5 кому-то другому говорю. Дайте еще перестабов. Перестабов, присты. Все, макрос на пул. Ты поставил этот тем на силу природы? Тут не нужен. Что? Тут не нужен тотем на природы. Нет, я вообще говорил. А ли ты прогнил? Сова, корова вкусная, встань левее, правее, куча места еще есть. Сука. Блин, а что за такое?
Алинка, беги. Кровку спрыжим кожу. Давай, сам. Так, давайте. Дарксайд сейчас пойдет сдаст КВ под спринтами, а Рейд пойдет на профа. Холиприст. Надо кому-то? На ретрика АДК. Это не его поезд, да, это одно успеха. Можно это найти? Бесплатно могу поезд собрать. Ее даже малой кричит. Кралька кидай, если что, я за вот уступить. Что за бесплатно? Ладно. Передашь. Никому не надо, да? Кинь ролл, у меня просто хуже. Я. А, не, этот, нонсет. Ладно, давай. Я куплю сейчас на РДД. Так, ну мы сейчас ждем зеленого слизня, верно? Да, да. Слышь, Бипоп, я могу на ШП тут зайти на этом боссе. Не надо. Блять, на флоу ШП зайти. Давай, шкаф поста... А, стоит. Скажи, что у тебя нету бафа. У меня нету бафа. Мунг. О, Мунг, иди ты сдай, у тебя... У тебя два бафа. Побежал. Ну, сейчас блин кончится, он будет идти просто так. Так нужно было Ханту с ним бежать. Видишь, он долго думает. Так иди пока их всех вместе. А раньше мы такой хуйней не занимались. Переходка на 85, да? Хуй его знает. 40 миллионов, я вот точно знаю по ХП. Ладно. Хуй знает, вам вот по процентам удобно играть, вот честно, если так. Так, смоньте людей. Все. Вроде всех. Кого сумплю сейчас? Клаймена я смонил, кстати. Слышишь, я чуть не пришел. Ну, кстати, ребят, у вас по погоде, у кого где, блядь, плюсы говорите. Как бы кстати, может выключить? Ну, может выключить, чем он такой, не знаю. Ну вот. Это чё, омоложение по 18 секунд висит? Сейчас, отойду на минуту, подожди. Слышь, Антоха, ты чё, кстати, в армию-то не ушёл?
Не знаю, не захотел. Шо? Медики пришел. Пришел такой, меня спросили, в армию хочешь, нет. Ну и все, держи военник, иди нахуй. То есть ты с военником уже? Да. А проект твой что? У тебя только в этом комнате здесь светит или нет? Что? Ничего. Ладно, перепутал-то, может, с Антохой. Ну хули, блядь, похоже, два типа. Хотя нет, блядь, ты есть Кощуга. Ну. Погоди, слушай, я охуел. Сейчас. Сейчас, погоди, я на как отвечу. Это ему еще не говорили, что Баста и Нагана тот же самый тип. Там тоже рухнет мир, блядь. Че, где там Олег? Мне кажется, у богов вообще радость. Какой-то веки он не танчит, а ретриком идет. Ребята, мне какой самый лучший класс? Можно я скажу, пока это Бибова покажет? Сейчас, короче, я надеюсь, с вами профа убью, может, еще одного босса, ну, если найдется замена, профа убью и пойду. Ты не против, да? Я, наверное, заебал уже. Всем насрать. Не, ну просто, блядь, понял, да? О, он уже тут. Олег, слышал, да? Да, что? Типа, я могу на профа престом зайти, понял, Флоу? Нет души, давай, налисталка Ракшас на Клеймена. На кого, я не понял, что за ним здесь? И вот почему Клеймен, если там Клаймен, а? Блять, он в Украине живет, что ты доебался? Хоть одна шутка сегодня удалась. Ты только Щуга посмеялся, это как бы не похвала. А Щуга это братишка мой, чё ты, блядь? Чё мы тут по тактике? Стоп там или переводим? Ему обидно не было. Ну, блядь, где же он только, ты предатель? Десер. Олег, стопаем или переводим? Стопаем. Десер тут? Всё чётко. В смысле, да, Виталик, стоишь и порнуху смотришь. Хотя ты можешь дамажить, ничего не делать. Кто там, Вирак, начинай пить куклу. РТД, стойте, вот где звездочка, компактно. Видите, где звезда стоит? На второй, на третьей, не, на второй фазе стоит. Блять! Надо стопать, ДПС. Понятное дело, что мы будем стопать, я не говорил, что будем переводить. Веди профа к зеленому слизню, слышишь? Уже сейчас веду. Стопайте по профу, 87. Стопайте по профу, сейчас будет зеленый слизень. Будете смотреть, как надо меликом сбегаться. Замедлять его? Нет. Давайте в звезду все встали, милики, в звезду. И смотрите прямо на слизни, чтобы вас откинуло по прямой линии к РДД зоне. РДД компактно стоит. Не повезло. Давайте, сбегайтесь, череп. Компактно, кстати, уже почти слизни, ебать. Все, переводим профа. РДД должны подальше стоять, когда зеленый слизень выходит. Вы слышали? Вот Оптимус неправильно стоит. Давайте, зеленые к столу, красного главное замедли.
Замедли классно. Все, играйте по дебафу. Красные сбежались к цели зеленого. Второй раз красный. Давайте все в череп сбегаемся. Красная смена. Красная смена, готовимся. Слили, нормально. Зеленый главное добить. Отлично, добили. Так, смотрим за колбами, переменями, хуйнями и так далее. Это Олег, ты чуть не прав был. Не рад за тебя. Красным не надо сбегаться к зеленым, потому что они ДП стреляют. Сейчас колбы будут. Отлично. Так, смотрим, что выйдет сейчас. РТД подача зеленого, точнее, сначала красного. Красного надо заменить. Побежали от пельмени. Замедляя красного, играйте всех красных. Милики красные. Дедмайн, давай в мили-зону. Всех красного. Отлично. РДД подальше от зеленого слизня. Сейчас набираем рейд. Колбы и веди к зеленому слизню. Замедляйте его. Да хуй его знает, сейчас посмотрим. Не замедляй, не. Пельмени, смотрите, сейчас пельмени в РДД зону, внимательно, миленькие, встали к звезду и смотрим на зеленого слизня. О, видишь, откинуло. Видите, как звезду откинуло, правильно. Не сбегайтесь к зеленому, ждите, пока откинет. Сбежались в череп. Сейчас еще раз откинем. Хуя! Мизантроп, сбегайся с чумой. Олег, смотри, сейчас фаза пойдет. Мы будем стопать или что? Стопайте, да. Стопать надо. Коровку сбегись с чумой. Не успеете перенести. Стоп по боссу. Стоп по боссу, красный выходит. Пельмени сейчас пойдут в РДД зону. Подбежали. Колбы сейчас 2% проф. Все в красного сыграли. Все в красного играли. Энергии у тебя хватит на 2 сезона? Да, хватит. Последнюю не добивайте до конца. Отбежали от пол, переводим профа. На ком зеленый дебаф к столу, на ком красный тоже уже к столу. Ёбаный богаюз, ебать. Прикинь, кинул по себя пельмень. Сука, пусток. Ебаный. Так, все, играем по дебафам. Бля, зеленого мало дамаги. Плохо очень, плохо. А потому что пельмень, да? Скажу, когда дать сакру. Давай сакру, сакру давай быстрей. Отлично. Смена цели красного, смена цели красного. Не, он не успел второй раз замедлить. Вьями, беги. Вьями, беги. Отбежали от колб. Бейте пробку. Сейчас будет колб. А уже. Кто там Боб дал, красавчик? Надо ему ИП начислить. Агре. Отбежали пельмени, колбы сейчас. Дай Боб. Что ты, блядь, делаешь? Попробуй перестать. Не пожрите, босс. Молбы. Давай, включай спринт, погнали на совет. Я отойду на 2 минуты. Покоритель. Алина, у тебя что-то с микрофоном, не? Это не Алина, да. Ёбаный в рот, я умер. Кральку как зовут? Диана. Алину. Алина зовут Алина.
Иногда по-другому зовут ее, я и Виталик не буду оглашать весь список и никнеймов. Так, у кого из танка спек надо потанчить трэш? Я могу услышать на танка зайти трэш потанчить. Не надо. Изи, изи просто, Олег. Давайте, отец, огурец, витамин, лями, спекайтесь в танках, потанчим трэш. Ты б чекнул на АФК, тогда сейчас отойду на АФК и все, пиздец. Ракшас уже все. Празднуют свое колечко и все. Ракшас Корсава. Не колье, конечно, но да, тоже хорошо. А есть не бомжи, у которых есть джипс? Да, есть Виталик, но я на других. Спасибо. Ну, что? Кстати, слышу Виталия. Кстати, спекать из танков там. Алло. А сманите сейчас, пожалуйста. Да, плюс не в чат, мы тебя суманем. Хотя не. Да, не, хотя не надо, надо сейчас прибежу. Прибегу. Еще раз скажи в РК, пожалуйста. То ли у меня колонки хуёвые, то ли Алина тихо говорит, то ли микрофон хуёвый. Прям все три варианта правильные. Прям я бы хотел увидеть Алину не в этой форме игры, на самом деле. Да пиздец. Ну, Славик, братан, рейтинг у меня, нет? Наш протопал в агентности. Давай спекайся. Сти, погнали со мной. Ладно, кружок за контроль. И все. А, Deadmind еще есть. Давай звезды. Я могу еще слышать, его упорником идти. Идите, контрольте, я пошел вниз. Неплохо. Какой рейдовый депрессник какие был, кстати? Кто-то знает? Или помнит? Олег, слышишь, мне нужно будет после совета отойти немножко. Попробуй. 319. Все, пульт синтаксис. Все с первого трая, наверное, да. Серьезно? Не, один лайт на лече был. Или два. Взлетели на ловушке. А есть у кого-нибудь почта? Кто это? А кто вчера РСР или? Кто сам? Даня. Сергей? Варенька. А, просто в табличку власти. Не одно. Как интересно.
Ты одна в районе, да? Да. Дедман, давай контроль. Звездочку. Оптимус, кружок. Снять сап или стать ему. Что за тупые вопросы, Антоша, блядь? Так, сейчас назначим РДД, кто будет подвигать кинетику. Так, Оптимус, Кокосина, Монг. Нет души, коровку, Сандара, Минск, мой диплом, Ракшас, I come to be top, мизантроп, подбивает кинетику. Я подбираю. Deadmind подбивает тоже кинетику. Я помогу вам, если не справитесь, тоже помогу. Коровку сбей, босса, я, блядь, прицел поддержит кинетику. Сейчас тоже, кстати. Где Мунг? Дед. Все, все здесь. Танки распределились, надеюсь, пошли. Пошли бить. Каску лопу, братиш, дайте. И по шаманам каску обновите, пожалуйста. Всем. Давай каски разбафай. Да, кстати, 25 секунд что-то осталось. РДД на рейндж. Блин, не успеем. Я даю рост. Всем пока. Быстрее перемели на Долдорама и быстренько убили босса. Виталий, это моя фраза. Так, Виктор и станцию набрали друг от друга. Быстрее, быстрее. Хорош. Ты не умер. РДД подальше от Талдорама сейчас отходим. Сейчас будет Талдорам. Это кралька, бей босса, я подержу твой. А чё на келе? Что это за бред? Ладно, бьём келе. Рано мне так. Циркуль, Олег? Ой, блядь. Красиво. Да, ее же можно обновлять, да? Нормально. Да, ее можно обновлять, она не взорвется. Идите кинетику, ребят. Алло, алло. Придется всем губайки, блядь. Нет. А просто этот ебаный литр. Талдорам, смотрите за шариком, убегайте от него, если что. Рики босса пришли, я подержу клоу. С собой 600 костей играть, это вообще, блядь, дно ебаное. Лейманы, Андрей, пожалуйста. Давай, давай, спасибо. Давайте быстрее бейте. Иди к мусору. Ебал, сначала убьет.
Так, рейндж набрали, Вик, рейндж, быстрее. Я это слышишь, Виталий, нахуй ты ко мне сбежался. Поднимите людей. Багель, давай в танка поможешь трэш убить. Там сагрите пока только одного моба. Плащ на танк, на мейн. На оф. Я отошла на 2 минуты. Виталий, брат, дай попить, пожалуйста. Так, теперь надо каски раздать всему рейду. Ты так и не раздал, кстати. Без касок были. В смысле я не раздал, я на друге. Я говорю, брат. Шабах. У меня даже каски на 8 нет. На 8 кто-то бафал. Потому что у меня были барабаны. Кто-то уже законтролил. Ну ладно, давайте звезду. Дейте все это так. Я эту, которая юзанет, что есть. Давайте, законтролим что-то. А с него не забирается, да? Кружочек прийти, кружочек прыгать. Не-не, Виталик магом нет, так это ж это типа ярость, ярость, бештерка. Рыцарь крови заберите. Рыцарь крови по рейду. Звезда по рейду ходит. Дайте с танка. Ой, с дыхания.